Это канал «Слово пацана». Прошло 2 недели с момента нашего знакомства с Сашей, который ничего не видит, ничего не слышит. Мы приехали к нему вновь проведать его, и, конечно, мы приехали не с пустыми руками. Признаться, сложно выбрать то, что ему можно подарить, учитывая, что он действительно, его мир ограничен. Я смотрю на черное. Я тебя не вижу. Я не вижу, ничего не вижу. Обязательно пишите в комментариях ваши варианты и ваши предложения, что можно было бы ему еще подарить, чем можно было бы его порадовать, что мы придумали. Не такое еще никто не подарил. Учитывая тот факт, что Саша очень любит средства личной гигиены, он очень сильно за собой следит, всем этим пользуется, мы решили подарить ему действительно хорошие эти средства. Также мы заехали в специализированный магазин для незрячих, постарались выбрать что-то там, очень, опять же, сложно, потому что все товары сделаны со звуком, а он еще ничего не слышит. Поэтому мы выбирали по тактильному признаку. Игра! Мы сейчас приедем к нему, повидаемся и надеемся, то, что наши подарки будут ему очень приятны. Если вы что вы хотите ответить на мой вопрос, если снова скажете «да», значит, вот так вот по руке хлопнул. Это слово «да» называют, если я что спрашиваю. Угу. Ты отвечаешь «да». А если слова «нет», значит, вот так вот по руке. Да, слова «нет». А если не знаю, отвечаю. Не знаю, вот такую руку так вот поворачиваю. Да-да, а ты не знаю. И есть еще один важный момент, который мы хотим сегодня сделать. Мы стараемся обычно избегать попадания передачи денег в кадр. Но бывают исключения. Передал 75 тысяч. Мы приехали к Саше. Пошел дождик. Вот здесь он живет. Здравствуй. Кто? Не понял. Рома. Ромка приехал с Москвы. Тебя я не узнала. Димка приехал. Надо, ребята, накачаться, заболела. На улицу, наверное, просижу, наверное. Там дождь идет, норма. Дождь там идет. Как сердце. Головоломка. Разбор. Сделал пирамиду тоже, а вот распутанки фиг, не могу. Димка не качает. С тобой, да. Давай, у него больше будет, у него рука толще, у меня меньше. Давай. Вот. Дай мне, а я тебе свою. Не хочешь меня? Я проиграл. Да, проиграл. Давай, ходи, я пошел на твой уход. Я не вижу, не слышу, с палкой по дороге не могу ходить. Уезжай, я раз ушел домой, сейчас не вернулся вообще. Чуть не заблудился. А, помню, как в тот раз, наверное. Рома, ну ничего себе. Это специально так включаешь, я кнопочку нажал, и она завелась. Мы очень захотели подарить Саше не только что-то материальное, но также эмоции. Thank you.
Дрова покупаю, заготовила дрова. Две машины по 8 тысяч. Вот 16 тысяч я дала тоже каждый месяц. Вот с одной пенсии. Вот и остается у нас ничего. Газ выгоднее будет, да? Или удобнее? Конечно. Выгоднее, да? Ну, конечно. Я и горя не буду знать. Накидаю дров, наложу. Вот это вот все. Всю зиму вот так вот у меня тут дровишки. И вот печка. Она сейчас, ее чистить надо. Она уже дымится. Сажа вылетает. Боюсь, что не загорелась. Уже кое-как в этом году я дотерпела. Я хотела газ сделать, а думаю, нет. Как наплакалась, когда я сына провожала с лопатой всю зиму, очищала, думаю, нет. Вот так падать с него зимой, ходить туда, далеко же туалет. Он прям падал? Ну да, а я иду, дорожку чищу, а он идет, то с костылем ходил, а этот потихонечку. Я дорожку делаю, он идет в сторону, раз. Ну что ты ее-то поставил? Ну все-таки за лето сюда на. А вот это вот новый жест мы придумали, значит смех. Ёлки-пак, спотыкно. Убери ее. Нам еще она лишняя. По кредиту у вас какой общий долг? Общий долг остался. Вы брали кредит на 180 тысяч, вы сказали? Я 200 с чем-то брала, 220. Я покрывала, у меня был вперед кредит, я покрыла, и вот 135 тысяч за крышу. Ага. Как раз меня. Сейчас осталось крышу. Сколько, какая сумма? А где-то я. Вот 72 тысячи. 415 рублей. Вот, угу. Это та сумма, которая это вам... за два. Это остаток первого и второго кредита. У нас есть подписчик, его зовут Виталик. Он уже не один раз выражал желание поучаствовать в помощи и делал уже это. И он захотел помочь оплатить маме кредит, который у нее висит. У нас есть зритель, ага. Один из. Очень обеспеченный парень, хороший парень. Он вам передал 75 тысяч. Все, это ваше. Закрывайте кредит с них. Большое полностью. Вам спасибо. Это не нам. Ему большое спасибо. Знаю его лично. Виталик, тебе привет. Спасибо огромное за это участие. Виталик, если ты меня видишь, большое тебе большое спасибо. Я такая благодарна, что ты нам помог с сыном. Крепкого вам здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни. Я женщина ответственная. Ой, спасибо большое вам. Я же завтра поеду и я туда несу. Динка, я точно, наверное, проиграл. Если я проиграю, его арестуем. Вам, зрителям, огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Невероятно приятна ваша поддержка, вам не передать словами. Вы все время пишете, как помочь каналу, а мы все время думаем, как сделать что-то, чтобы его больше развить. Мы придумали такую историю, которая была бы вам интересна, нам полезна. Мы придумали конкурс. Условия очень простые. Вы берете мобильный телефон и снимаете себя, записываете сторис или пост в Инстаграм или куда-либо еще. Задача – отметить наш Инстаграм слово.пацана. И обязательно озвучить и сказать про YouTube-канал «Слово пацана». Спустя 2 недели мы подведем итоги в Инстаграме, как мы будем выбирать. Это не будет вот такой рандомный выбор, случайный тыканье и прочее. Мы просмотрим все эти истории, все эти посты и выберем то, что нам самим больше всего понравится. С большим креативом, с большей искренностью. Победителей их будет 3, получат по 3000 рублей. Подписывайтесь на Инстаграм, следите. И, кстати говоря, в Инстаграм я в том числе выкладываю очень много того, что не входит в кадр, ну и свою личную жизнь. Спасибо вам большое. Так, да, смотри, раз. Три! Вот так, вот. Проиграл! Сэш, П. У. С. К. Спуск.
здесь спуск такой. Ничего себе, асфальт сделали. Спасибо. Сосны. Сосновый лес там. Травушка. Это как колос. Пена. Где брытья? Ну дом. А это после брытья. Мыло. Не угадал надо. Мыло. Туалетная вода. Шампунь. Саша очень любит все эти вещи, на самом деле. Я думаю, что... Очень надеюсь, что ему в кайф. Тебе хана. Вот я люблю очень цветы. Осень, уже осень. Вот. Это у меня как бы садик. Угу. Вот это вот у меня сетка. Это кольрабик, капусточка. Здесь свеклюха, перчик, туда кабачки, помидоры. А вот это где черное, почерное, я тоже половина запустила в этом году. Очень тяжело, много работы ухаживать за землей. Вот здесь морковка, лук, огурцы, вот это вот место. Как-нибудь потихонечку чем-то. Но зато свое, как-никак. Картошка своя, помидоры свои, огурчики свои. Посолила, что надо. Ну, как же, я женщина, я люблю очень цветы. Я и дома цветы завожу. Такой, говорит, парень красивый. Чудо. Я бы, говорит, вышла бы за него замуж. А все может быть. Конечно. Кстати, может, и судьба. А я ему взяла... И сказала, он такой радый, мам, говорит, а кто это ко мне мог бы приехать, говорит. Ромя, ты же проиграешь, конечно. Ты не сниваешь. Так, мы достаем духи. Духи хорошие. Шанель. Спорт мужской. Туалетная вода. Крепкий. А пахнет. А что можно умереть? Это да. Не такое, что никто не подарил. Шанель. Да-да. Дезодорант. Твердый. Мам. Дима, он проиграл, правда? Ему уже хана, правда. Не рисковать. Против дамки. А что назад? А я твою срубил. Сделаем. Костер. Маленький. Маленький. Дима там общается с Сашей.
Ну, чувствую запах сырого леса, пахнет полностью лес, полностью если. Как свежий воздух, тихо, свежий. Такой я люблю запах. А я пойду возьму все для костра. Время. 8. Нет. 6. Коробки. Рамка. Их. С этой стороны 6, 12. Разбьем. Да. Давно не сидел у котра. Никогда сидел. Ну так вот. Гулять надо мне. Ходить надо. Вот я не могу. Поэтому сюда приехал. Ну это хорошо, да. Я догадался бы. Скучал, как хорошо, да. Я всегда любил друзей, да. Любил. Меня никто не хотел. Когда я плоховато слышу, мы раньше обманывали, я очень красивый был, у меня глаза были. Эти пацаны все начали, девчат заговаривать, какую-то ерунду про меня, сплетни повели. Что я вообще, может быть, что я дурной, или еще какие-то слова. На меня жениться не хотели, и друзьями не хотели быть. И дружили, обманывали, скрывались, уходили от меня. Тяжело жил, тяжело. Сейчас узнал. Пол 8. Вот там. Правда? Покажи. Кто его мамке все время спрашивает, сколько времени? Покажи. Мамке уже надоело мне говорить. Вот, 1, 2, посреди, 3, 4, 5, снизу 6. После особенности национальной охоты осенний период. Мы в лесу у костра сидим, все время. Вот. С девушками так хорошо в обнимку посидеть. Домино. Домино на 1, 2. Ого. Это белые, а это черные. Вот сюда. Бежи, тебе врет, Димка, врет, я сейчас туда пойду, он сюда придет, вот здесь она пойду, сюда до дна, берет, да там тебя, не буду убирать, двое, сюда пошел. Мы к этому, признаться, не готовились. Еду взяли еще из Москвы для себя. И вот у нас спонтанная идея родилась, когда мы здесь оказались, сделать здесь костерок. Я чувствую, так как будто шашлык жарится. Как будто шашлык жарится. И сейчас мы разогреваем это мясо таким вот самым простым кустарным способом на палочках. Саша сказал, что для него это событие, вот так выбраться. А угостишь меня?
Хорошо. Это хорошо. Это специальная азбука для слепых. Угу. Алфавит! Он прям с такой скоростью будет водить вот так пальцем и будет читать. Бы. А пахнет, как тут ухарился. Я в комнате там аж был и услышал. Дедушки любить будут. Будут. Тренажер. Для того, чтобы он смог выучить. Здесь можно будет по точкам составить это все. Тренажер. Да, тренажер. Вот это вот. Здесь каждый достает. По рукам. Да, здесь они достаются. Они вытаскиваются, она туда ставится. Да, да. Из этих собрал это слово или буквы собрал. Грибы. Да. Ну, грибы, мухоморы собирали. Да? Ну, как раз один. Рамка с Димкой взяли, мишеня ловили. На которых пожарали. Да? Мишей. Мы же пять, да. Мы вместе все поели мишами. Проиграл.